Всем привет! С вами Ольга. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я с маленьким видео просто решила похвастаться. Ко мне пришел заказик от магазина «Нет слов». Они занимаются, так, как это? То есть изделиями из фанеры. Также есть чиборд. Сейчас они, по-моему, начали вырезать изделия из фетра. Вот, я заказала, искала медальницы. У меня дочка занимается художественной гимнастикой. Нам некуда не вешать медали. Вот, искала медальницы и нашла, набрела на этот магазинчик. Заодно заказала посмотреть у них изделия маленькие из фанерки и также немножко чиборда. Ну вот, немножко давайте посмотрим. Итак, Хэллоуин, к сожалению, уже прошел, когда я заказывать начала. Ну, я решила, пусть до следующего года лежат. Вот такая ведьмочка. Давайте вот размер посмотрите. Ведьмочка. Такая фанера. Сколько она? 3-миллиметровая, наверное. Три миллиметра здесь, в общем-то. Что-то я вся клею. Так, ведьмочка, привидение. Ну и куда ж без тыковки злой. Так, дальше. Кинопленочка. Вот здесь 2 миллиметра, по-моему, миллиметр. Знаете, миллиметр. Миллиметровая фанерка. Такая-то кинопленочка. А, кстати, это не фанера. Это чибор. Затесался. В фанеру затесался чибор. Ну, ладно. Миллиметровый чибор. Так. Sweet Dreams. Love. То есть вот такие маленькие. Вот это, по-моему, 5 миллиметров. Не, 4 миллиметра. Здесь вот 4 миллиметра. Это... Ну, куда же без символа года. Вот такой петушочек. Петушок. На счастье, подкова 2017 год. Такие петушки маленькие. Не решила еще пока даже куда использовать, но пусть будет. А снеговичок. Надпись «Ты в моем сердце». И вот такая вот ключница. Один домик. Второй домик приклеивается. И брелки. Сюда вешается ключик. Они вставляются. И висят. Не знаю, зачем это мне, но решила, что надо. Так, давайте теперь место я немножко освобожу. И мы посмотрим чиборд. Так, ну ладно, раз он тут затесался в кинопленочек. Итак, дальше. Я, наверное, не буду подносить к камере, потому что на коврике на темном лучше видно. Я родилась. Извините. Я родился. Тут, видите, для девочки цветочки, бабочки, для мальчика машинки, ракеты. Так. Сынок и дочка. Ну, куда же я без малышей? Так. Аист. Так, сейчас по детской тематике сначала пройдусь. Такая колясочка. Зайка. Это прикольно. Мишка, вот, давайте я поближе одну покажу. Мишка.
Фокусируйся. Так, а дальше поехали. Это не то, это не то. Что, с детской тематикой все? А, ну вот я еще машинку. Думала, племяннику буду делать альбом. Машинку сделаю. Так, ну все, с детской все, тематикой. Так, дальше. Зимняя. Вот такой странный олень. Пирамидный домик. Его также просто можно вот вешать на эту, украсить и как игрушечка на елочку. Немножко такой вытянутый Дед Мороз. Прикольная елочка. Так, надпись с Новым годом. Ну и все, наверное, такой вот цвет новогодний, если брать. Так, дальше идет надпись «Время чудес». История любви. Классная надпись такая. Travel book. Смотрите. Фокус. Видите, земной шар такой вообще прикольный. Мне очень понравилась она. И Instabook. И вот две таких веточки еще взяла. Так, вот это весь кибот. Это я просто для пробы решила заказать, посмотреть. Ну, миллиметровый чиборт. Так, ну и сейчас я вам покажу вообще, из-за чего делалась вся эта закупка. Медальницы большие. Они 50 сантиметров, поэтому они не поместятся у меня здесь. Поэтому буду показывать так. Скользящие. А дочка у меня занимается художественной гимнастикой, и поэтому вот такая медальница. Гимнастика. То есть сюда вешаются медальки. То есть это толстый 7-миллиметровый, по-моему, толстая фанера. Кстати, все надписи там можно заказать. То есть имена, либо любое другое. Ну, к любому спортивному. Может. Так, ребята, это вообще, кстати, не реклама, это просто моя хвастовка. Вот я, знаете, вот здесь такая красивая девочка. Так, гимнастика, это первая медальница. Так, и вторую. Вот вторую я как раз делала для себя. Ух ты, у меня она еще больше. Знаете, вот так боком. То есть вот такая гимнасточка с именем Татьяна. Это у меня нифига не умещается. Вот так вот, наверное. Не умещается, девчонки и мальчишки. Теперь у меня... Так, сейчас вторую гимнастку. Вторая гимнастка вот такая вот она. Такая вот она длиннющая. Это она еще 50. Девчонки, она даже больше. Вот это она где-то 55. Вот это 55, поэтому она у меня не лезет. Ага, и вообще батарейка к тому же садится. На телефоне. Записываю на телефон. Вот да, первая 50 сантиметров, вторая 55, поэтому она вообще здорова. И племяшка у меня занимается, племянник, футболом. Я заказала для него тоже медальницу. Футбол. Вот такой вид. Футболист. Прикольный. И просто футбол. То есть там любые виды спорта можно. Вот такой вот у меня маленький заказик пришел.
А так у меня там еще было, также для гимнастики было с именем Софии заказывали. Но это я уже отдала для другой девочки. Так что вот на сегодня все. Всем счастливо, всем спасибо, что были со мной. Пока-пока.